Здравствуйте! С вами Игнатова Елена, школа «Дар слова». Сегодня я хочу поговорить просто о жизни, просто о том, что я проживаю, что мне важно, и я надеюсь, эта информация поможет и кому-то из вас. Я недавно перечитывала Библию и прочитала в посланиях апостолов слова, которые меня зацепили просто до глубины души. Я вам сейчас их прочитаю, а вы отследите, что цепляет в этой фразе, в этом отрывке, что цепляет вас. «Если же у кого-то из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот такой вот отрывок. И я вдруг поняла, что я очень часто прошу что-то, но я не верю в это. Я не наполняю это верой, а поэтому не может человек, сомневающийся, надеяться получить что-то от Бога. И вот тут я подумала, недаром же сказано, по вере вашей дано будет вам. И каким бы делом мы ни занимались, а энергия веры является базовой, самой основной. Потому что энергия сомнений – это минусовая энергия. Она прямо может разбить любую нашу идею, вот что бы мы ни задумали. Она возьмет ее вот так вот, размерехтит, растрескает, и все рассыпется. А энергия веры – это очень мощный поток. Поэтому какие могут быть претензии к Богу, если мы просим без веры? Если мы взяли что-то делать и не насытили этой верой. Вот такие вот размышления об очень важных вещах в нашей жизни. Подумайте, протестируйте себя. Насколько вы верите в себя, в те дела, которые вы начинаете, в то, что в жизни все мудро устроено. Насколько это насыщается вашей верой? А я буду работать над собой. Это процесс бесконечный. Он радостный, он трансформационный, он преобразующий, и он приносит душе радость. Вот так вот захотелось с вами сегодня поделиться. С вами была Игнатова Елена, школа «Дар слова».